Рефери Антон Чербина, Санкт-Петербург. Поддержка зала, конечно. В красном углу мастер спорта Илья Николаев, Севастополь. Илье 21 год, участник чемпионата России до 20 лет. Эти соревнования проходили в этом году в городе Элиста. Совершенствует спортивное мастерство под руководством мастеров спорта Григория Скорохода, Владимира Лаевского, Олега Тюрина. В красном углу Илья Николаев. Школу Олимпийского резерва по боксу города Севастополя. Thank you.
Поддержка зала. Одержал победу. В принципе, воспитанник нашей крымской боксерской школы. Чемпион, обладатель Кубка Европы, чемпион Украины прошлого года. Готовился к чемпионату Европы под руководством заслуженного тренера Украины Валентина Соболевского. И в этом поединке одержал победу мастер спорта международного класса Вячеслав Кислицын, Винница, Украина. А мы продолжаем награждение. Победителя и призера в весе до 60 килограммов награждают Олег Надежин, Иван Горкуша,